Здравствуйте, я тут совсем забегалась. Ну, хотя бы небольшие видео, потому что растения уже отцветают. Апрель подходит к середине. Потихоньку-потихонечку. И некоторые растения начинают принимать такую уже более летнюю форму. Но пока еще есть цветущие растения. Завтра обязательно покажу орхидеи. Доберусь. Честное слово, а то и они отцветут. Вот такие вот небольшие цветы. Это земляная орхидея каланфи. И вместе с ней очень-очень много других растений. Видео коротеньким получилось. На улице было очень шумно. Я не могла говорить. Так что делаю просто озвучку. Цветут суккуленты. Кактусы еще не начинали. Ну и оливка начинает зацветать. Рыбкам весело. Вот такие вот мы толстые, красивые, упитанные. Опять надо фильтр ставить, вода зеленеет. Ну что поделаешь, солнце у нас очень-очень яркое. Так и не цвела моя красавица стрелиция. И здесь вот небольшой такой отрывочек с вистерией или глицинией. О ней будет отдельное видео, оно выйдет в следующем. Два небольших видео могу выпустить в один день. Я так думаю. Спасибо вам огромное. Привет от меня всем с моей благоухающей цветущей веранды. Апрельская веранда не сравнится ни с чем. Очень много цветов, очень много приятных, красивых запахов и вообще красоты. Спасибо.